Времена года. Папа! Папа! Пап! Я хотела маме сделать сюрприз и подарить гербарий. Что ж ты расстраиваешься? Прекрасный подарок. Здесь не хватает яркого листа. Я его не нашла, а подарить хочу уже сегодня. Так-так-так. О, не расстраивайся. У меня есть идея. Одевайся. Крошки микробу холодно зимой. Крошку микроба взял бы кто-то домой. Привет, микроб. Привет. Мы поищем здесь листья? Какие листья? Дерево их сбросило и спит, а я его сон охраняю. Нам нужен всего один, яркий, для мамы. Ах, для мамы! Здесь не найдете, но на планете моего брата таких полным-полно. Скорей летим к нему. Передайте ему снежинку в подарок. Пожалуйста. Держите. Конечно, передадим. Обязательно ее передадим. Спасибо. До свидания. Спасибо. О, что? Зачем? Вы кто такие? Здравствуйте. Это вам от брата. Холодная. Бррр. Я ж проснулся. Брат сказал, у вас тут листья есть. Какие листья? У нас тут еще весна. А где нам найти осенние листья? Наверное, на следующей планете. А я пойду посплю. Точно, Ко. Скорее летим туда. Ой, пап, а к брату без подарка, наверное, нельзя. Возьми цветок. Здравствуйте, это вам от брата. Ой! Здравствуйте. О, красивая. Пап, здесь тоже нет ярких листьев. Яркие листья? А зачем вам яркие листья? В гербарий, для мамы. Не расстраивайся, Ко. Хоть на одной планете, но мы их найдем. Вам нужно на третью планету к моему брату. Скорее полетим туда. Передайте ему, пожалуйста, вот эти вот чернила из черники. Ой! И привет. Конечно, передадим. Ага. Спасибо. Удачного вам полета. Спасибо. Пока-пока. До свидания. Ура! Здесь яркие листья. Здравствуйте. Добрый день. А это вам от вашего брата. Чернила из черники. Теперь я смогу стихи записывать. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день. Пап, это его стихи? Это Пушкин. Его стихи знают даже микробы. А можно сорвать вон тот красный лист? Он так высоко, никак не достать. Подождите, скоро сами опадут. Нам некогда ждать. Ох! Ура! 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 Спасибо большое! А мы с сюрпризом. Мама, это тебе сюрприз! Ой, какая красота! Спасибо большое! Зима и лето, осень и весна. Всегда-всегда прекрасная пора. Говорительная идея. Машина едет, би-би-би, все с дороги уходи. Эй, привет, Пин-Пин. О, привет, Ко. Пин-Пин, у меня веселая пинательная идея. Пинательная идея? Это как? Смотри. И оп. А? И о, здорово. Смотри. И... Ой. Ой, что случилось, Ко? Ножку ушибла. Надо маме сказать. Да ладно.
У меня же есть вторая ножка, а эта сама пройдет. А как же ты будешь играть в мяч? Смотри, и... оп! Ой! Дети, с мячом идите играть на улицу. Мама, Ко пинала мяч. Пин-пин, ты водишь. О, ща догоню. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ого! Вот это да! Вот здорово! Лови, Ко! А? Оп, оп. И аут. Ну давай. Да! Ого! Во! Вот это да! Как здорово! Ко, а почему мячик так летает? Это же космический мяч! Смотри, как я могу! И-я! Ух ты! Сейчас мячик в космос улетит! Ого! Разбегайся! Сейчас еще сильнее будет! Смотри! Ой-ой-ой! Пин-пин, я не могу встать! Мама! Мама! Что случилось? Дети? Ко, почему ты лежишь? У Ко ножка болит! Мам, она и раньше болела, но я забыла сказать тебе. Ой-ой-ой, надо срочно звонить космическому доктору Коту. Ага. Мурмяу. Алло, это космический доктор Кот. Алло, доктор Кот. Да, это я. Что у вас случилось? Срочно прилетайте. У Ко ножка. Понятно. Мурмяу, вылетаю. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Мурмяу, я наклеил тебе лечебный космопластырь, и скоро тебе станет лучше. Все, можно играть в мяч? Пока нет. Если бы ты сразу сказала маме про ножку, тогда бы мы быстрее ее вылечили. Ну да. А теперь тебе нужно полежать в кровати пару дней, чтобы выздороветь. Ой! А у меня новая говорительная идея. Говорительная идея? Это как? Если что-нибудь заболит, я сразу скажу об этом маме. Мяу. Здорово! Я тоже буду говорить маме. Мяу. Молодцы, мурлыши. До свидания. И будьте здоровы. Мур-мяу. Спасибо, космический доктор Кот. Спасибо, космический доктор Кот. Кот. Приключенческий характер. Зарядка. Ну давай вместе. Давай вместе. Красный, не мешай. Я замышляю очень веселую шалость. Чего? Ага, мы позвоним космическому доктору Коту и скажем, что у меня болит рука. Гениально. Но у тебя же не болит рука. Вот именно! Мы его обманем! Алло, ракета космического доктора Кота. Что у вас случилось? Ой-ой-ой! Прилетайте поскорее сюда! У меня рука болит! Немедленно вылетаем! Звонил хулиган Пупырчатый, сказал ой-ой-ой и что у него болит рука. Ай-яй-яй-яй, он не сказал, что случилось? Нет, он сказал ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это серьезно, Зео. Мы немедленно вылетаем. Мурмяу. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем.
инопланетным больным помогаем! Мурмяу! Красота, красота, обманули мы кота! А что мы ему скажем, когда он прилетит? Не знаю, я об этом еще не думал. А почему ты спрашиваешь? Ну, я вижу, как он идет сюда. Красный, прячемся! Ау, ау, Зео, никого нет. А мы точно прилетели в правильное место? Конечно. Пупырчатый так и сказал. Прилетайте сюда. Мне кажется, этот хулиган Пупырчатый нас обманул. Да, какая-то неприятная ситуация. Ой-ой. Док, полетели. Нам сегодня еще много кому нужно помочь. Мяу. Здорово мы его провели. Здорово получилось. Ай-ай-ай. Ай, моя нога. Ты ушибся? Зачем? Случайно. Мне нужен космический доктор Кот. Алло? Пупырчатый, ногу ушиб. Вы опять шалите? Мы сегодня уже были там и никого. Пупырчатый, это они говорят, что не приедут, говорят, что шалим. Ой-ой-ой, моя бедная нога, дай мне телефон. Мурмяу. Простите нас, мы вас обманули, а я ногу взаправду ушиб. Приезжайте скорее. Куда? Сюда! Ну вот, теперь лучше? Ой, да, лучше, спасибо и простите нас. Я вас давно простил. В следующий раз будь аккуратнее с радостными прыжками. И запомните, если у вас ничего не болит, не нужно звонить доктору. Звоните только, когда вам действительно нужна помощь. Гениально! Если ничего не болит, не нужно звонить доктору. Ну все, до свидания и будьте здоровы. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. Инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Пузырчатая ситуация. Давай, садись. О, ага. О, красный, смотри, бассейн! Чур, я первый купаюсь. Кто нашел, тот и первый. Ой, какие вы грязные. Потому что вы занимались грязными делишками. Да, мы были на планете грязи. А сейчас будем в бассейне. Вы же его испачкаете. Не волнуйся, красный стащил шампунь на планете шампуней. Та-дам! Та-дам! Это взрослый шампунь, а вам нужен детский. Да мы крутые, будем взрослым мыться. Ага. О. Смотри. Смотри, как крутые купаются. Класс. Смотри, сколько пены я сейчас как понёлся. Ой, мои глаза. Ой, вылезай, красный. Вылезай, пупырчатый. Ай, ой, глаза щиплет. Я ничего не вижу. Ой, у меня пена в глазах. Я ничего не вижу. Ой. Скорее звоните космическому доктору Коту. Ага, красный, звони. Звоню. Алло. Доктор Кот, скорее приезжайте. Доктор Кот? Я не доктор Кот. А кто ты? Я микроб. Микроб, а ты что там делаешь? Алло, я тут живу. Ты живешь у космического доктора Кота? Алло, нет, вы домой мне позвонили просто. Да мы просто не видим ничего, шампунь в глаза попал. Красный. Давай я помогу. Ага. Мурмяу? Ну что там? Ну как? Мурмяу, доктор Кот слушает. Что случилось? У нас глаза щиплет. Может, в них попала грязь? Да нет, там грязи. Мы их с шампунем помыли. С шампунем? Глаза? Ой-ой. Да, и теперь почему-то щиплет. Вылетаю к вам немедленно.
Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Фу. Я промыл вам глаза чистой водичкой. Спасибо. Сейчас полегчает. Спасибо, больше не щиплет. Мыться любят взрослые и дети. Мыться любят все на свете. Чтобы чистенькими быть, нужно грязь себя всю смыть. Мыться должен каждый. Каждый. Это очень важно. 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 Чтобы не быть грязнулей, есть мыло и шампуни. Есть шампуни для детей, дети любят их сильней. И для взрослых существуют, с ними дети не балуют. Детские не щиплют глазки, ими мойся без опаски. Взял шампунь другой, лучше глазки ты закрой. Закрой! Спасибо, космический доктор Кот. Да, ага. Спасибо, космический доктор Кот. Ага. Мурлыши, до свидания. Ух ты, смотри, какие вы чистые. И глазки не щипят. Теперь мы можем снова полететь на планету грязи. А зачем? Пин-пин, ну чтобы снова испачкаться. Раньше мы были грязными, и второй раз испачкаться не могли. Ага. Кусачие блинчики. Слушай, брат, свою сестру. А? Я придумала игру. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, будешь догонять. Ты водишь. Ой. Ой, а ты где? А я здесь. Вот ты где. Догнал. А я тебя сейчас догоню. А я спрятался. Ой. Ой. Так. Так. О! Ого! Ого! А, как вкусно пахнет! Космически вкусно! Детям нужно соки пить, в них много витаминчиков. А еще я испекла космические блинчики. Пахнет вкусностью. Пальчикооблизывательный запах. Космические блинчики еще очень горячие. А я хочу их укусить. Нельзя, Пин-Пин, а то блинчики сами тебя укусят. Ого, кусачие блинчики. Им надо остыть, а мне надо сходить в магазин за соком. И пока блинчики не остынут, пожалуйста, не ешьте их, а то обожгетесь. Да, конечно, хорошо, да, мам. Конечно, хорошо, мам. Ой, ну я пойду. Блинчики кусаться нельзя. Ну-ка, фу, сидеть. Папа, осторожно, блинчики кусачие. Мулевый. Ой, папа блинчик укусил. Скорее, надо звонить доктору Коту. Ага. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы позвонили космическому доктору Коту. Это осьминог Зео. Доктор Кот, пусть приедет доктор Кот. Что? Я Афлов Язык. Вы Афлов Язык? А я осьминог Зео, очень приятно. Нефть, язык. Баловаться по телефону, ай-яй-яй. Мы не балуемся, нам нужен космический доктор Кот. Мурмяу, что у вас случилось? Нашего папу горячий блинчик укусил. Мяу, за что? За язык. Понял, выезжаю. Зео, собирайся. Мурмяу, нам срочно нужно вылетать. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Вот так. Сейчас будет лучше. Правда? Кажется, да. Спасибо, космический доктор Кот.
Чтоб не обжигаться, каждый должен знать, горячие предметы лучше не хватать. Может быть, горячий чай или блин горячий. И пока он не остыл, очень он кусачий. Если ты обжегся, то скажи родителям, что-нибудь холодное сразу приложите вы. А когда остыло, как узнать? Надо просто рядом ручку подержать. Если ей не горячо, дотронься осторожно. Убедись, что все остыло, значит трогать можно. Вам здоровья я желаю, а меня работа ждет. Огромное спасибо вам за это, космический доктор Кот. Банка для роста. Ого! Видишь, какая я высокая выросла? Ага, а меня можно измерить? Ну как? Ну, ниже. Я выше, потому что я тебя старше. Я никогда не вырасту, мам! Вырастешь, конечно, Пин-Пин. Все дети растут. О! Эти витамины прописал доктор Кот. Они помогут вам вырасти, стать здоровыми и сильными. А можно еще? Здесь написано, не больше одной. Так я точно не вырасту. Наберись терпения, Пин-Пин. Иди погуляй. Ну ладно. А я пойду порисую. Так, давай. Давай, левее. Да нет, правее. Осторожней, говорю. Ой, а что вы тут делаете? О, привет, малявка. Мяч достаем. А это что за штука? Как что, банка для роста, чтобы выше быть. О-о-о. Давай, осторожно. Ой, а это что? Не знаю. Ого, если это лежало в банке для роста, значит это что-то для роста. Ты что, хочешь вырасти? Очень. Ну это тогда бери, вырастай быстрее и приходи играть с нами в футбол. Ага, втроем-то веселее будет. Спасибо! А здорово втроем играть! Ага, это веселее! Ко, смотри, я вырос! Мама! Пин-пин запупырился! Ой, нам срочно нужен космический доктор Кот! Алло? Алло, здравствуйте. Мой сын запупырился. Он, наверное, играл с пупырчатым и сам запупырился. Доктор Кот, у нас срочный вызов. Мур-мяу. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И инопланетным больным помогаем. Мурмяу. Мурмяу. И сколько витаминок ты съел? Не знаю. Много? Он пока не умеет считать. Запомни, Пин-Пин, витамины детям дают только взрослые и не больше. Одной? О, я научился считать до одного и выздоровел. Мурмяу, ты растешь. Ура! Я выздоровел! И теперь считаю до одного, и поэтому вырос! Спасибо, космический доктор Кот. Мурмяу, до свидания. Не болейте, мурлыши. Спасибо, доктор Кот! Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. Инопланетным больным помогаем! Помогаем.
космический день рождения. Ой, как здорово! Ко, я так рад, что мы летим к доктору Коту на день рождения! Да, мне не терпится попасть на этот праздник. А как думаешь, там будут воздушные шары? Конечно, это же день рождения, там будет торт. Торт? Со свечками. О, как здорово! Слушай, я так соскучился по Зео. Я тоже. Он такой классный. Он такой красный. А как думаешь, там будет собака-полицейский? Обязательно! Это же его друг. Здорово! Какой отличный подарок мы придумали для доктора Кота. Конечно. Отличный космокомпас. Да уж, еще бы. Что надо, космокомпас? Так, опять не туда прилетели. Нам же нужно на планету грязи. Здрасте, мордасти. Мы Пин-Пин и Ко. Ха-ха, да это шутка такая. Ай, да по лужам прыгать. Нам пачкаться нельзя. Почему? Мы идем на день рождения к доктору Коту и подарим ему космокомпас. Чё? Ну это штука, с помощью которой можно найти любое место. Ого, нам бы такой. Ага, а зачем? Да чтобы сразу попадать туда, куда нужно. А, да, классная штука. Подожди-ка. Пупырчатая, тебя позвали на праздник? Меня нет. И меня. Так, у меня идея. Давай, давай, давай. Так, давай. Давай, туда. Да нет, нам в другую сторону. Вот бы сейчас там космокомпас. Точно. Смешная история, доктор Кот. Как интересно. Так, вон он, пошли. Давай, давай дальше. Вот, еще немного. Он здесь. Что, космокомпас? Торт. Балбес, нам компас нужен! Да нет, торт! Сначала торт! Да нас все увидят! Да нет, нам торт! Я без торта не уйду! Привет, мои мурлыши! Как хорошо, что вы пришли! Ой. Угощайтесь тортом! Ничего, что мы без приглашения! Так вот же оно! Так это приглашение? Ого. Ну, конечно, вы же мои друзья. Док, мы читать-то не умеем. Ох, вы мои мурлыши, я обязательно научу вас читать. Спасибо. А ты, пупырчатый, держи космокомпас, у меня запасной есть. А что, так можно было? Ну, конечно. Ведь здорово не только получать подарки, но и дарить их. Спасибо, космический доктор Кот! С днем рождения! С днем рождения! Мурмяу, спасибо. Давайте веселиться. С днем рождения, кота! С днем рождения, кота! С днем рождения, дорогого космодоктора кота! С днем рождения! А что, еще раз, да? Ну ладно! С днем рождения, кота! С днем рождения, дорогого космодоктора кота! Переход. Чтоб лететь нам на планету, смастерили мы ракету. Раз, два, три, полетишь сегодня ты! Так, где же он? Непонятно. Кто? Мой друг, пупырчатый, потерялся. А как ты его потерял? Мы катались на космоцикле по кочкам, а потом как подпрыгнули! Ого! Ага, я брякнулся из люльки, а он уехал! Ты не ушибся? Не-а!
Я же упал на мягкое. На что? На попу. О, тебе повезло. А ты куда? Стой, красный! Чего? Ты куда? Красный! Иду пупырчатого искать, а что? Я говорю, красный цвет. Ну да, поэтому меня и зовут Красный. Да нет, красный цвет светофора. Ты про этот красный? Переходить можно только на зеленый. Ну да. Да ну, я красный, значит, мне и на красный можно. Хопа! Ого, Бибип! Бибип, с дороги! С дороги! Осторожно! Ой! О! Красный, я в тебя чуть не врезался! Я в стол врезался. Ага! Ого! Надо вызвать космического доктора кота. Мурмяу, доктор кот слушает. Что случилось? Доктор кот, красный переходил на красный. И теперь у него шишка. Ой-ой-ой, вылетаю к вам. Мы летаем от планеты к планете. На космической лечебной ракете. От планеты к планете летаем. И на планетным больным помогаем. Мурмяу. Вот тебе волшебный космический пластырь. Скоро все заживет. Спасибо! Все из-за этого светофора. Зачем он вообще тут нужен? Как? Мяу, вы не знаете? Света, 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 светофор. У него короткий разговор. Если ты увидел красный цвет, помни, что сейчас прохода нет. Света, 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 светофор. У него короткий разговор. Если цвет зеленый, то иди. На зеленый цвет ты переходи. Доктор Кот, а если светофора нет? Если светофора нет, дам я вам простой совет. Белые полоски вот. Пешеходный переход. Взрослых за руку бери и тогда переходи. Теперь я понял, как сложно перейти дорогу. Ага. Может, мне покраситься в зеленый? Так безопаснее будет. А я пойду домой и расскажу все эти правила Пин-Пину. Спасибо вам, доктор Кот. Спасибо вам, доктор Кот! Будьте здоровы! До свидания! Мрмяу! До свидания! До свидания! Микроб-космонавт. Красный, потому что красный. Ага, летел. Ого, как красиво. Ага, а какой сегодня праздник? Не знаю, красный, может у кого-то день рождения. А может быть это нас встречает? Конечно нас, у нас же самый быстрый космоцикл. Точно. Смотри, а это кто? Ого, это же человек. Стой! Куда вы, ты? Вы, правее, давай, левее. Осторожней! Осторожней! Мы падаем! Пупырчатый! Да, здорово, мы с тобой шандарахнулись об эту штуку. Ага. А почему ты за дорогой не следил, а? Засмотрелся. Красиво же было. Да, красиво. Вы зачем мою ракету сломали? Какую ракету? Вот эту. Я на ней хотел микробов в космос запустить. Это ракета? Ракета! Ракета! А чего она такая странная? Она старая. Первая космическая ракета. Ух ты! Круто, если она полетит! Ага. Я ее сам собрал. На такой сам Гагарин летал. Кто? Гагарин. Самый первый космонавт. Ого! Откуда ты все знаешь? Папа рассказал. А микробы никогда не летали.
Ой, микроб! Привет, а ты что здесь делаешь? Привет, микроб! Хочу полететь в космос! Да, а микробы еще не летали. И не полетят, ведь ракета сломана. Ну это если первая, и с первым микробом, если полетит, будет круто! Ага. Да. А мы же крутые. Крутые! Крутые! Поможем малышне? А то! А? Давай, соберем ее! Ура! Как здорово! Да, давай, давай, тащи ее сюда, тащи, давай! Давай, цепляй. Осторожно, это, осторожно! Ага. Давай, цепляй! Ага, ага. Поднимай, да, давай! Цепляем! Ага. Ай. Вот это сейчас! Пупырчатый, осторожно! Так. Давай, залезай, микроб! Ага, готов! Взлетаем! Взлетаем! Я ко всему готов! Ура! Пока, Пин-Пин! Смотри! Твоя первая ракета взлетает! Я лечу в космосе! Я микроб-космонавт! Днем космонавтики! Днем космонавтики! Ура! Ура! Летим! Вот это стартанул! Ура! Ура! Так круто! Ура! Пам-парам, пам-парам! Первая ракета летает тут и там! Ракета первая в космосе летает! И микроб-астронавт всех с праздником поздравляет! Как это здорово! Как это здорово! Моя ракета в космосе летает! Когда я подрасту, я тоже полечу! И обо мне весь мир тогда узнает! Кто выключает солнце? Ко, Пин-Пин, укладывайтесь поудобней. Спокойной ночи. Солнышко ушло, и вам тоже пора спать. Спокойной ночи, ребятишки. Спокойной ночи, папа. Пин-Пин, Пин-Пин. М? Ты не спишь? Не, не сплю. А ты? И я не сплю. Пин-Пин. Чего? А почему солнышко все-таки ушло? Может, оно обиделось? А, это все из-за тебя. Потому что ты не доел утром кашу. Нет, не из-за меня. Ты включил днем лампу. А... и раскидал свои игрушки. А... вот уж нет. Это ты ловила солнечных зайчиков. Нет, нет, нет. Нет, нет. Слушай, а давай вернем солнышко. О, давай. А как? Хм, у меня есть конфета. Смотри. А? О, конфета. А дай мне конфету. Сейчас закинем удочку и поймаем солнышко. Давай ловить. Цып-цып-цып. Цып-цып-цып. Гули-гули-гули-гули-гули. Цып-цып-цып. Эх, не получается. А может, песню споем? А давай! Солнце, солнце, выходи! Яркий лучик подари! Освети нам все вокруг! Ты же наш веселый друг! Поиграем от души! И возьмем карандаши! Нарисуем твой портрет! Вместе все споем куплет! Солнце, солнце, выходи, яркий лучик подари, освети нам все вокруг, ты же наш веселый друг. Что-то не выходит. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Я покажу с помощью фонарика. Во, во всем виноват крокодил. Каждый вечер в одно и то же время он незаметно подкрадывается к солнцу и проглатывает его. Ой, это неправда! Все было по-другому! Все было по-другому! Как? На небе сидит космический жадный гномик.
он снимает с головы шапку и накрывает им солнце. Нет, это все крокодил. Нет. Крокодил. Гном. Крокодил. Гном. Нет, гном. Нет, гном. Крокодил, крокодил, крокодил. Так, 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 дети, что это вы тут раскричались? Быстренько все по кроватям. Пора спать. Пап. Пап. А кто выключает, солнце? Угу. Все понятно. Укладывайтесь поудобнее, я вам сейчас все расскажу. Баю-бай, Пин-Пин и Ко, солнышко уже зашло. Нужно глазки закрывать, а не бегать и играть. С нашим солнцем все в порядке, оно будет прям к зарядке. Раз, два, три, четыре, пять, ночью деткам нужно спать. Завтра будет новый день. Ну а ночь... Большая тень.